Кто это? Мама. Мама. А мама сейчас где? Вот. А где сейчас наша мамочка? Мамочка, а вместе осенняя пасхагол. Да, наша мамочка с Боженькой на небе, да? А на небе? Красивая у тебя мамочка? Там вот мама. Красивая? Да, мамочка коленная, мама снимала, мама коленненькая была. Холодненькая мама была, да. Сюзанна и тем более Амина еще толком не поняли, почему мама была холодненькой. Они не знают, что такое самоубийство, и слово «повеситься» для них ничего не значит. Их маме Инессе было 22 года. Через 3 недели после дня рождения ее нашли в петле. Я услышала тревожный плач ребенка. Мы проходили мимо этого дома. Она висела, как вроде спала. Вот спит ребенок, вот у девочки, вот она подвешена. Она висит, а он ее держит, приподнял ее. Вот. Кричит: найдите нож. Мы начали искать нож, нашли нож. Света повыше, она отрезала так повыше. И положили ее на кровать. Тогда я уже отрезала вторую петлю, основную петлю. И начала искусственное дыхание. Положили ее вдоль кровати, начали массаж сердца. У нее уже не было ни пульса, ни давления. Какая она была? Ну, молодая девочка. До сих пор я еще чувствую ее прикосновение к ней. Я думаю, что тут было доведение до такого шага. Почему? Потому что, ну как ребенок может лезть в петлю? По дороге, когда ехала, я все время думала о том, что, может быть, это просто все шутка, может, пошутили, а может быть, попробовала. А может быть, я приеду и успею. Хотя вот просто вот когда ехала, я понимала, что уже, наверное, все. Ну и когда зашла, уже было все. Сестра была еще в доме, лежала на полу. Но было уже все. Мы не в свадьбе, свадьбе мы в розовом платье, как она любила, все розовое всегда. У нее вот такое и платье, и косыночку, и туфельки, все, именно как она любила. Это очень тяжело, я вам скажу, очень. Не дай бог кому-то это переживать. Я еще раз повторяю, что да, она не родная, но боль, конечно, утраты есть. Да, вообще, кстати, да, на похоронах много было людей. Очень много. Если едем по дороге, она видит кладбище, венки, и тут моя мамочка. Я говорю: нет, твоя мамочка не та. Твоя мама привет нам. Тут она родилась, тут ее и похоронили. Ничего не предвещало беды. В 4 часа позвонила. Нормально общались, соскучилась за курочкой. А в 7:10 позвонили, что уже эта беда случилась. Если бы я только что не почувствовала. Но в тот день, 27 августа, мама Инессы Марина не чувствовала ничего. Хотя знала, жизнь дочери с гражданским мужем Фаридом Агаевым до добра не доведет. Вместе они были 5 лет и 19 дней. Родили 2 дочек, но так и не поженились. Фарид не считал нужным. Инессу он практически выкрал в день ее совершеннолетия. Мы ее искали в течение недели. Не было никаких звонков, мы не знали, где она находится. Мы ее нашли, забрали ее. Но недолго она побыла с нами, может быть, 2 недели, и все равно она вернулась к нему. Потом я узнала, что моя дочь беременна. Он ее с первых дней очень обижал. Применял к ней физическую силу. По сути, этому человеку просто все равно, кто перед тобой стоит. Для него ничего не свято. У человека вообще в жизни ничего не свято. Убил отца и сбил мать. Это просто, честно, может быть, нельзя так говорить, но это моральный урод. Инесса жила на 2 дома. Примерно 4 раза в год она возвращалась к родителям. Жить с Фаридом не могла, но и без него тоже сил не было. Жизнь с Фаридом была свободным падением. Падением в никуда. Жили они практически за наш счет, он нигде не работал.
неделю раз-два, а то и три. Продукты все наши. Это, понимаете, изъявенцы. Они живут вот за таких вот женщин, которых родители и все прочее. И опять-таки я помогал не ему, я помогал внукам. Потому что я знал, хоть какой-то кусочек, но все равно им достанется. Обижал Инессу, конечно. Сильно обижал, говорила. Я и по сегодняшний день не верю, что она могла так сделать, конечно. Очень. Нет. Так я никогда она бы не сделала, мне кажется. Ты знаешь, что деточки маленькие. Настолько она их любила, настолько она... Нет. Это просто страшно, конечно. В селе Шаба все как один говорят, Фарид бил Инессу. Бил дома, на улице, даже на церковном дворе. Она была лидером по жизни, она была сильная, активная, видная, яркая была. Он сначала убил ее как личность, вот этими избиениями, всем-всем. Она не имела права голоса ни в семье, ни на улице. Она даже не могла пойти купить хлеб. Если она идет покупать хлеб, значит, ты пошла уже изменять там мне и все остальное. Соседи ходили ей хлеб покупать. Она в такой степени была запугана, что просила соседей купить хлеб. Он хотел покорения, чтобы ему покорялись. Он курит траву и мог находиться дома, не находиться дома даже по два, по три дня, а потом приходить и просто как в грушу выбивать. Она уставала, потому что двое детей, одна три была занимает, трое, она ночью усыпала. И заплачет ребенок, он подходил и прямо с ноги бил по голове и говорил: ты что, нецензурно брата, сдохла что ли? Что не слышал, ребенок плачет. То есть все было на ее плечах. Что они взяли деньги и решение приняли. Понимаете? А люди не пошли, це його слова. Я з ним розмовляла. Я не сварилась, я його питала. Сьогодні суд. Шабський сільсовет просить лишити Фаріда родительських прав на двох дочок за невиконання родительських обов'язків. Папа не жаждет зустрічі, не допомагає деньгами. Його ні разу не бачили ні в дитячому саду, ні в лікарні. Папа, как таковой особой роли в именно в лечебной, что связано с лечебной деятельностью и с оказанием помощи детей, он не занимался. После того, как произошла вот эта трагедия, с детками постоянно в детскую консультацию приходят бабушка и дедушка. Они же занимаются и реабилитацией девочек, которым все равно что-то, но врезалось в память. После этих похорон она была только, знаете, как замкнутая, только как волчоночек вот в логове. Вот, она чувствовала, что она психика все же была подействована ребенку. Ребенок все же страдал, делили то, что видел, где-то слышал, где-то вот в начале, либо, ну, так, могу сказать. Ну, а сейчас девочка идет на поправку, хочу сказать. Чтобы малышки окончательно все забыли, они должны остаться с бабушкой, считает сельсовет. Отец не может им дать ничего, кроме оплеух. Він жодного дня не працював. Він зловживає алкогольними напоями. Батько дітьми не цікавиться, матеріально не забезпечує. Зі слів бабусі, він жодного разу за 5 місяців не з'явився до дітей, хоча препятствувати бабушка йому не препятствувала. Він вважає, що дії пані от Марії самоуправні, незаконні. Неоднократно подходил ко мне в процессе общения со мной, выяснял вопрос, каким образом ему защитить свои права родителя. Пытался, скажем так, еще до того, как со мной беседовал, пойти и забрать ребенка насильно. Но я ему отсоветовал. То есть у него присутствует родительская любовь к этим детям. Он их хочет воспитывать как отец. И он на это имеет право полностью законно. Он постоянно при встрече со мной плачет. Отдайте мне детей. Только у Марины слезы искренние. У нее в карманах корвалол и валерьянка. Почти полгода ей твердят, Фарид отец. У него есть все права на воспитание детей. Но Марина отдавать внучек не хочет. Она уверена, папа убил их маму. Так же считают и все, кто пришел сюда ее поддержать. Я ее учила. Девочка была очень хорошая, активная. Когда у нее уже детки появились... Детки тоже ухоженные были, аккуратные ходили. То, что случилось, конечно, потрясло все село. Девочка мне совершенно не чужая, это одноклассница моего сына, младшего.
И я хочу сказать о том, что насилие в семье порождает очень сильное насилие. Поэтому мы здесь собрались для того, чтобы больше этого нигде не повторялось. Она была очень жизнерадостная. Во всех мероприятиях она принимала участие. И у меня такое впечатление, что она не могла наложить на себя руки. В этой семье невозможно воспитание нормальных детей. Могу сказать, что происходило в этой семье, это постоянные драки, постоянные пьянки. Чего хорошего дети не увидят. А про Фарида что вы можете сказать? Вы же его знали ближе, чем мы здесь. Ну, жестокий человек. Только он мог это совершить. Она не могла сама залезть в петлю, повешаться. Даже я убеждена в том, что даже он ее не то что довел, он ее повесил сам. Воспитывались все сыновья очень таким, знаете, жестоким каким-то воспитанием, что вот женщин нельзя уважать. То есть их надо постоянно воспитывать кулаком. Я неоднократно ее видела с синяками и знаю, что она лежала в больнице очень часто. После сильного удара у нее случилась операция. Я не спрашивала, не лезла в душу к ней, как бы. Вот. Мы не особо с ней близко общались, потому что Фарид запретил общаться со мной. Сейчас открыто уголовное производство по статье «Убийство» по факту смерти Инессы. Фарид, которого все родные девушки винят как минимум в доведении до самоубийства, пока не значится в статусе подозреваемого. Но довести это дело до конца – вопрос чести для Марины. Внучки должны знать – мама их не бросила, мама их очень любит. Так же, как случайно полюбила не того человека. Все перевернуто в доме. Везде перевернуто. У них там три комнаты, все три комнаты перевернуты. То есть... Тут явно видны следы, что там происходила драка и все остальное. Дочка моя уже лежала на кровати, ее откачивали. Его безразличие к ребенку, к Инессе и все остальное, это на глаза явно было. Я не видела в его глазах неожиданности какой-то, чтобы что-то случилось. Супруга у него повесилась, покончила жизнь суицидом, да. Но есть у нас ее отец, который закончил жизнь так же само, как и она. Это есть у людей, скажем так, может быть, какой-то психический надлом, такая нервная конституция, может быть, какая-то ссора в семье приводит к этому делу. Почему должен Агаев отвечать за это? Все заявления, которые в течение 5 лет на Фарида за побои писали соседи и родители Инессы, вдруг оказались утеряны. Говорят, потому что Агаев вводит дружбу с участковым, который, узнав о теме нашего разговора, трусливо убегает. Выйдите из машины. Повторяю, Максим Александрович. Я вас просто кого вы как будете вообще защищать, если вы сами убегаете? Мы пришли на прием в Белгород-Днестровскую милицию. Наконец-то Марину услышали. Услышал, как говорится, ее проблему. Возьмем на контроль, посмотрим. Как говорится, возьму на личный контроль, выясним ситуацию, пообщаемся с одной стороны, со второй стороны, проведем работу в этом направлении. Марина с недоверием относится к такому милицейскому чуду. С другой стороны, она не верила и в чудо судейское. Но оно произошло. Фарида лишили родительских прав. Суд вирішив позбавити Агаєва Фарид Закір Агаєв батьківських прав відносно малолітніх дітей Агаєвої Сюзанни Фарідівни 25 травня 2012 року народження, Агаєвої Аміни Фарідівни 11 травня 2013 року народження. Ой, детки! Это маленькая первая победа в большой войне. Ой, детки мои! Вы уже выплакали. Ой! Дочечка, я говорила, что на колени стану, да, перед судом прямо. Мы выиграли, девочка моя, твоих деток, я исполняю это желание, дочечка моя. Ты ведь видишь, и была с нами вместе. В этом доме выросла Инесса. Здесь будут расти и ее дочери, когда бабушка оформит над ними опеку. Зимой не видно красоты персикового сада. Но видно, что в августе Марине было не до огорода. Неубранные помидоры до сих пор стоят на заснеженных грядках. Здесь все напоминает об Инессе и о том, что с ней случилось. Это все закатки она делала вместе со мной. То есть ни одной закатки я не делала без нее. Это персик из нашей... Вся фрукта, вот это помидоры, все, что вы видите, это все растет на огороде.
В доме уже все заполнено детскими вещами. Холодильник забит едой. Чуть потеплеет, и Сюзанна с Аминой приедут сюда играть с котами, бегать по траве и дышать свежим воздухом. Осталось только закрепить все законодательно. Хочется все сделать законным путем. Можно было бы и нарушить закон, и упростить этот процесс. Но я не хочу, я уже переступал закон. Не раз. Но я не хочу. Я хочу увидеть детей у нас, и чтобы они выросли здоровыми, полноценными гражданами. У Владимира нет своих детей. Почти полжизни он провел в заключении за драки. Он всегда бился за справедливость. Но сейчас понимает, месть несостоявшемуся зятю лишит его возможности первый раз в жизни нянчить маленьких детей, собирать их в садик и снимать с крохотных ножек крохотные ботиночки. Когда подлизывается, всегда дедушка, когда подлизывается. А так Вовочка. А Инесса, а называла вас папой или дядя Вовка? В последнее время всегда она меня дедом называла. Узнав, что Шаба приехала, телевидение тут же появилась служба опеки, не вспоминавшая о детях Инессы ни разу после ее смерти. Пришли для того, чтобы узнать, какие есть проблемы, и в случае, если будет возможно, сможем помочь семье. Их решить. А когда вы узнали вообще, что эта проблема существует? Относительно недавно. Вчера. Сюзанна и Амина иногда плачут по ночам и зовут маму, но все равно переживают горе легче, чем взрослые. Для них мама – это куколка в розовом платье на десятках фотографий. А для родных Инесса – боль. Это часть каждого из них, которую вырвали с корнем. Такие раны не заживают, они только рубцуются. У нас очень большая привязанность, я ее просто чувствовала всем нутром. И когда в 4 часа с ней разговаривала, я удивляюсь тому, что я не почувствовала это. Обычно... И не знаю, мне поверят, не поверят. Я когда ее обнимала, мне кажется, казалось, что я каждую жилку ее чувствую. Нутро все ее как переворачивается. Каждую кишечку чувствовала. Я заранее могла предвидеть, что у нее какая-то беда может случиться. Но в этот день я ничего не чувствовала. Ничего. Когда у нас не стало отца, мы как-то вот с ней так прошло время, мы с ней обнялись и пообещали, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе. И мы всегда друг другу поможем. И в жизни так случилось, что хоть у нас и разница в 6 лет, но мы всегда были вместе. Мы могли ссориться, мы могли ругаться, мы могли не общаться, но это было вот свято, вот так вот. Настолько вот так вот, что, может быть, даже и у других это нет. Я всегда плачу. Естественно, за спиной детей, но слезы наворачиваются сами по себе. Даже этого не хочешь, они наворачиваются. И когда еще знаешь, суды вот это и все прочее, оно еще намного больнее. Сейчас для Марины, Владимира и Иры важно добиться, чтобы малютки остались в их семье. Ведь отцу, как они считают, девочки нужны для того, чтобы прикрыться, когда его обвинят в убийстве Инессы. А может быть, в семье погибшей девушки чувствуют, что не смогли уберечь свою девочку от Фарида и теперь не хотят повторить ошибку снова. Что смогу, я им дам. До последнего. Вот насколько у меня хватит здоровья. Они никогда не окажутся на улице или где-то в каком-то детдоме. Это вот мое обещание превыше всего своей сестре. Для меня это свято. И как бы мне не было тяжело, при том, что у меня есть ребенок, и да, я с ним одна. Может быть, для кого-то это какое-то клеймо, да, допустим, или так далее, и тому подобное. Но сколько я смогу, я их подниму. Ира уверена, сестра слышит ее и все видит. Единственное, что родные не могут ставить свечи за упокой. А раз Инесса его не обрела, значит, она где-то рядом. Может быть, ночами гладит своих дочек по голове. Ведь они так часто, просыпаясь, вспоминают маму.